Здравия желаю. Продолжаем, значит, опыты. Сейчас идет зарядка ионисторов по системе обратного тока. То есть система обратного тока. В итоге счетчик стоит 0. А там посмотрим. Проводится ли зарядка. Вон стоят ионисторы. Вон они. Так. Вот они, ионисторы стоят. Так. Проводится ли зарядка. Проверим. Замерим. Зарядка проводится, вот было 4, сейчас уже 8, 8,5. Вот. Зарядка проводится. Зарядка проводится. Счетчик стоит. Почему? Потому что отдается. Ионисторы отдают обратный ток. Токи уравниваются. То есть туда-обратно. Но зарядка идет. Зарядка идет на чем? На вот этих вот. Сила, допустим, как пружина. Туда-обратно. 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 Понимаете? Вот пружина вы сжимаете. Так вот где-то вот электричество, это в принципе та же пружина. Только тут надо, видите, угадать, чтобы пружина была эта. Совпадала сила, чтобы она разжалась. Вот мы подали, значит, энергию. Она пошла. Вот. Потом подали назад. Потом она назад идет. То есть вот она чуть-чуть стоит. Зарядка идет. Ну сейчас это самое. Пока прерываюсь. И уже в конце. Чтобы вас это не томить-то. Сколько будет зарядка идти? Вот сейчас 3 минуты идет. В конце уже покажу результат. Продолжаем. Итак. Посмотрим, насколько мы зарядили. Не зарядили. Так. 12.31. То есть зарядили-то 12.31. А счетчик у нас. Видите? Даже назад идет. То есть он стоял по риске. А сейчас даже назад пошел. То есть даже назад. Все отключаем. А теперь проверим, насколько нам хватит заряда, чтобы прогонять вот это колесо. Так. Отключаем здесь. Так, вот колесо. Даже если не будем отключать, пусть в сети. А вот я не то подсоединил, блин, от этого. Вот пошло колесо. Засекаем время, сколько у нас колесо прокрутится на этом заряде. Так, это где-то секунд 5 уже прошло. Обнуляем. Секунд 10 прошло, пока я ходил. Сколько идет? Вот к этой сумме сейчас вот
26, прибавим 10 потом. Пока крутится все. Посмотрим, сколько его хватит. То есть энергии вполне тут. Сейчас скажу, сколько энергии. Пять секунд. Минута открутит. Минута 0,9. 9. Он начинает замедлять. Ну, минуты 2-3. Минуты полторы, значит, на полной скорости. На 12, как положено, полной скорости. А минуты еще полторы. Уже чуть меньше, чуть тише. Ну, крутит. Пусть крутит до конца. Посмотрим. Счетчик вот он как стоял, так стоит. Вот счетчик. Как стоял, так и стоит. Вот он. По центру. Даже чуть назад подал. Был по риске. То есть счетчик даже назад отдает. Немного. Процентов. 10 отдает назад. А у нас тут на секундомере 2,43, 2,46, 2,47, 2,48, 2,50, 2,51, 2,52, 2,53. Вот уже замедление пошло. Но пусть до конца подождем. Когда остановит, начинает уже тормозить, то есть уже заканчивается. Сейчас 3 минуты 16 секунд. До 4 может дотянет, но уже, как говорится, в половину силы. В половину силы. Но крутит. Процент на 50 мощность уже. Если сравнить с начальной. Но крутит. То есть 2 раза медленнее крутит. А счетчик, видите, даже назад отошел еще. То есть счетчик. То есть энергии не тратим. Назад. Затратили 0 в итоге. То есть на зарядку 0 затратили. Но получили немного, как говорится, халявный. Кручение на 4 минуты. 36. Ну, может, до 5 дойдет. Но уже еще, уже сейчас где-то в треть мощности. То есть половина времени он идет в полную мощность. Половину от половины уже в полмощности. И последний он уже идет в треть, четверть мощности. То есть медленно уже. Но крутит. Вот 5 минут. Еще продолжает крутить. Подождем до конца. До полной остановки. Вот почти уже стоит. Почти стоит, сейчас встанет.
сейчас сюда не спустим. Замедляется. Замедляется. Но крутит. Все. Стоп. 5 минут 45 секунд. Покрутил. А заряжали где-то минут 10-15. Видите, счетчик на месте. То есть зарядили ионисторы. Зарядили ионисторы. Так. Вот они. Вот тем вот упрямителем на 24 вольта. А зарядили на 12. В этом-то и хитрость. То есть 7 на 24 дозаряживали, то возможно бы пошло кручение. А так, то есть тут надо знать, то есть так делать, чтобы токи уравнивались. В этом вся и суть этой системы. Когда токи уравниваются, но энергия не расходуется. То есть это надо все это продолжать опыты и дальше. Сейчас посмотрим, что у него. Осталось там. Так. 3,5 вольта осталось из 12. Вот сейчас оторвали это колесо. То может и больше. Четыре вольта из 12. То есть на 8 вольт он накрутил, больше он не может. Ну, там еще 4 вольта он может там ламочку, но это нам не надо. Ну, вот такие. А счетчик даже, видите, был вот у этой риски. Вот так вот, вот этот край был здесь. Даже чуть-чуть назад. Ну, все на этом. Продолжаем опыт.